Поиграть небольшие гитарные рифы с помощью примочки Delay. Для этого мы с вами попробуем сейчас сначала разобрать небольшую партию. Партия может быть абсолютно любой, то здесь самая главная информация — это как настроить Delay и как его обыграть. Значит, возьмем с вами сначала простые фразы. То есть раз, два, три, четыре. Будем на седьмом ладу играть. Потом шестой лад на первой струне, седьмой лад на второй, продолжаем. Точно так же 4 раза. Потом идем на первую струну 4 лад и продолжаем играть вторую струну на 7 ладу. И потом назад. То есть если без дилея у нас получается фраза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот. Итак, теперь как настроить правильно дилей так, чтобы у вас был вот такой эффект. Нужно, если у вас дилей цифровой и есть экранчик, то вы должны выставить, или даже не обязательно экранчик, то если у вас просто есть переключатель длительности, то вы должны выстроить так, чтобы у вас была нота восьмая и с точкой обязательно. Вот. Потом, что вы должны сделать? Обязательно должна быть кнопка Tab, чтобы вы могли во время своей игры в группе под барабанщика выстроить темп. Например, если у вас темп, например, такой, допустим, барабан играет, то вы ногой дублируйте по кнопке Tab именно такой ритм. То есть у вас получается раз, два. То есть вот у меня выставлен темп. Теперь, если я включаю, и такая партия. Если мы включим дилей, то у нас получится больше. Важно выстроить правильный темп и поставить ноточку восьмую. И попробуем сейчас тогда с вами разобрать данный пример, который я сегодня сделал. Вот. То есть во время игры мы с вами можем что сделать? Когда мы играем этот пример, то тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. То есть я уже выстроил темп, теперь я могу играть. Происходит. Вы очень свободно играете, а гитара у вас начинает играть достаточно объемные звуки, и происходит очень такое, ну, хорошее заполнение. Вот, я надеюсь, что вам этот пример понравится, и сейчас я вам продемонстрирую, как, если у вас примочка Boss Giga Delay, такая как у меня, то я вам покажу некоторые настройки, которые можно на ней сделать. Итак, перед нами педаль Boss Giga Delay DD20. Для того, чтобы вам выстроить данную настройку, нужно поставить уровень тона, точнее не тона, а уровень левела до конца, а фидбэк сделать на минимум. Что это вообще за настройки? То есть это у нас уровень громкости, это именно уровень громкости вашего повтора, а это количество повторов. То есть эти две ручки в принципе не имеют значения, то есть этот тон можно поставить посередине, этот выставить, либо вот этот тон мы делаем с вами по центру, а эту ручку можно сделать либо в стандарт, либо в аналог. То есть, ну, в данном примере это не имеет значения. Дальше, значит, вот это у нас получается, вот у нас ноточка восьмая, нота с точкой. Вот, вы делаете ее с помощью кнопки Tab. То есть вы нажимаете, то есть делается, вот у вас, если горит кнопка Memory, то есть вы нажимаете педаль до конца и ждете. Мы нажали, у нас загорелась кнопка Tab. И здесь вы можете сделать, например, нажатие раз, два. То есть у вас поменялся темп раз, два. То есть либо раз, два. То есть еще медленнее темп.
пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я нажал два раза, то есть вот у меня выстроился темп. И теперь этот темп вы можете себе задать, то есть у вас все эти работают, все эти моменты работают, и вы можете спокойно повторять то, что мы сейчас с вами сделали. Надеюсь, этот урок для вас будет полезным.